Всем привет, мы продолжаем проходить GTA San Andreas Definitive Edition. Заработал я бабосиков, чтобы нам хватило купить этот аэродром. Пригнал три тачки в порт, за которые, кстати, нехерово платят, и прошел миссию парковщика. А теперь у нас хватило денег, даже еще осталось. Так, и там у нас, наверное, миссии появились, да, наверху, а здесь можно сохраняться. Да, и тут, кстати, тоже пушек нету. Так-то беспонтово, что, блин, пушки только в доме Джонсон. У нас теперь туда миссии, но вообще нету. Так, давай тачку, я тут ее, это, немножко, он литье на нее поставил. Черный цвет покрасил. Поэтому... Гараж я поставлю, пусть тут стоит в гараже. Ну и засейвимся давай здесь, чтобы мало ли чего. И начинать уже будем отсюда. С купленной. Так-с. Идем на второй этаж. А, еще, наверное, в автошколе, в школе пилотирована получится, да, чтобы миссии проходить. I set out a series of tests for you. You can access them on that TV. You're gonna have to prove to me that you can fly if you're gonna continue working towards your brother's freedom. Shit. Whatever, man. Very nice. Контроллер отсоединен. Ну, блин, отходит провод. На зарядку поставил. Китайские геймпады. Пожалел 2000. Надо было за 4 оригинальные брать. Нет, я за 2 взял китайский. Очень хороший казался. Ну, что-то вот с ним. Что-то с ним не то. Так, чтобы разогнаться, нажмите и удерживайте R2. Так, идите к следующему кольцу. О, все. На серебро. Теперь посадка самолета. Что, рано сделал? Затормози. Все. Опять на серебро. Еще ни одного золота нету. Что в автошколе не было, что здесь пока что. Круг вокруг аэродрома. В какую сторону? Да, в принципе, мне кажется... Так, отлично, опять. Как вот он на зарядке играть, он виснет. Он так забавно делает, я вам скажу. Не, ну надо, короче, это. Наверное. Я, может, вырулим еще.
Сначала начинает отказывать кнопки, а через 2 секунды он пишет, что... Ой-ой-ой-ой-ой. Приземлился. Управляется примерно так же, как чертов игрушечный самолетик, блин. Вот эти руления L1 R1 вообще не рулит. Вот я жму сейчас. R1. Там вообще не поворачивает, только стиком поворачивает. Капец, а как... Ой, куда ты... Ой-ой-ой. Походу, это надолго. Может, газ не надо нажимать? Тогда он рулит влево-вправо. Блин. Хорошо так летел, сейчас что-то... О, что, все что ли? И чего? Получилось, нет? А что не получилось? Блин, хорошо ж летело, что такое? Да, играть на зарядке невозможно. Причем шнур нормальный. Куда? Вот опять. Вообще не поворачивай. А предыдущий-то раз, что за фигня? Что не так-то было? Взлетай, взлетай! Чего опять не понравилось-то тебе? Типа 70 не набрал? Я помню, я в детстве в оригинале эта хрень меня бесила, я не мог это пройти, блин.
Вот как-то в пятой GTA нормально мне летается. GTA онлайн. Не то, что я играю-то в нее редко. Куда ты понесло-то тебя опять, а? Типа не по центру кружков пролетаю. Ну тут уж извините, как вообще летится. О, ну на бронзу из. С ним круговой полет, а еще и вот ты, блин, теперь еще и обратно надо, еще и приземлиться надо будет. Ой, вообще не туда. Короче, я перемотаю эту хрень, это надолго. Прошел, короче, даже на серебро. Но это напоминаю, эту миссию делал тот, кто в детстве играл на Денди в Топ Ган. И не мог посадить самолетик. Так, ну и с вертолетом-то, наверное, попроще будет. Ну пока что. Вот это-то просто взлететь-то этому. Так, на серебро. Ладно. Посадка вертолета. О, криво как-то, но приземлился.
Уничтожение целей. Нужно набрать минимум 70. Что, из пулемета лупить? Какой грузовик, а вредный. Ой, капец, врезался в эту. А, еще один, блин. Еще в один не попал. Блин. Ну попади ты в него, ё-моё. Все где-то над ним. Ой, ужас какой, а. Попало. С миллионной попытки. Ой. О, одну подбили. Ой, блин, слишком низко опустился. Капец, ну мы тут сейчас полдня будут. Вот это. Ненавижу эту летную школу, вот честное слово, блин, эти полеты. На клаве мышь еще более-менее мне получалось, по-моему. И то я тоже, помню, в детстве страдал в этой миссии, это вообще... То как лихо мы в этот раз грузовики разнесли. Так, одну прикончили.
все горит. Все взорвется. Подожди, она горела же. Она ж горела, там вроде огонь был виден. Блин, еще приземлиться. Какая бесечка. И нифига не дали. Блин, нифига не дали, а. Да хоть бронзу бы дали бы, и хрен бы с ним. Нет, блин, мучайся дальше. Какой-то процент где-то чертов потеряли. Пулемета добили. А пулемет, интересно, самонаводящийся, нет или тоже? Тихо, что-то я как-то низко. Ух ты! Нифига себе, с первого раза в эту тачку попал. Да вы чё, блин, а? Еще меньше, чем в прошлый раз. Вроде по времени быстрее. Короче, на паузу жму и, блин. Включился я при посадке. Интересно, сколько сейчас дадут, блин, где она? Я и с этими разобрался. Но я дольше сажусь, конечно. Наконец-то на бронзу. Ужас какой. Да, ой, мертвая петля. Вот, по-моему, кстати, в мертвой петле-то у меня были проблемы. В детстве, по-моему, самые большие проблемы были с ней, по-моему. Вот тут как-то или нет? С чем-то были проблемы. Вот уже под конец от летной школы. Ай-яй-яй. Чё, мимо? О, серебро, пойдёт. Даже на серебро. Спуск на цель.
А на какой высоте его? Так, мы не долетаем. Там еще и вон как в Дарте. Ах, перелетел, ё-моё. Столько лететь и... Камера очень сильно привязана за спиной персонажей, автомобилей. Блин, крутите. По сравнению с мышкой вообще неудобно. Вот я ее только пускаю, мы сразу бегом назад. Блин, ну теперь недолет, да? Да, теперь недолет. Да, блин, то недолет, то перелет. Так, наверное, поздно раскрыл. Вот так смотришь, вроде прям туда летит. Сейчас, как обычно, перелетит. Опа! Оп, в центр. Задание пройдено. Навык пилотирования улучшен. Продолжайте практиковаться, чтобы получить летное свидетельство. Теперь у вас есть доступ во все аэропорты. Фу. Ну я скажу такое себе, конечно. Еще лодочная, кстати, где-то же есть школа. И... Еще какая-то, по-моему, школа есть. Hello? Carl, it's Woozy. Hey, Woozy, man, what you been up to? Come along and see for yourself. I got a little business proposition for you. Come over and see the setup, my friend. Okay, for sure, I like that. Like it? You're gonna love it! It's the Four Dragons Casino in Las Venturas. I'll see you soon, yeah? Yeah, okay. Так, Las Venturas. А, вон она ж где. Ну да, все, у нас теперь все открыто. В плане площадей. Так, а тут-то миссии еще будут, нет? Вот он, че вот тут миссия светится. Подожди, тут... Это мы уже все прошли. Миссии-то нету, что ли?
А вон миссия-то походу. Предельно малая высота. Get you again, Carl. You're half asleep. I could have killed you in 9 different ways. Wake up and smell the coffee. You need to lay off the coffee. We got a problem. I got some guys out in the field need some equipment. If they don't get it, they'll be dead by nightfall. Then take it to them. Me take it to them? Yeah, why not? I got 5 guys watching me all the time. I got 2 in that hill, 1 over there, and 2 by satellite. If I go, my guys and I will be dead. I don't have a death wish. I'm a man of peace, son. Yeah, clearly. Take the plane. Now, you're not ready yet, so stay low under the radar. Questions? Yeah, just one thing. Get to it. Wait, hey, listen. Listen to me for once. Why won't these guys come after me? Oh, they can't. Because they're all posted on me. 1 DEA, 1 FBI, a Russian, a Cuban double agent, and my paymasters. Checks and balances. Nobody is watching anybody, watching nobody. Know what I mean? Go. Whatever, man. Ну, конечно, нас научили летать на самолете. Сейчас на нем мы будем летать. Блин, вот так, наверное, и будет миссия проходить. В этом Definity Edition, вот я заметил, во всех 3 частях взрывы какие-то странные. У самолетов, вертолетов. Они уже взрывающиеся еще несколько раз. Бубух, бубух, бубух. Это не типа так спецэффекты хотели усилить, или это очередной косяк разработчиков? Блин, слишком высоко лечу. Ну, уже дальше пролетели, чем первый раз. Уже хорошо. Лететь-то куда, дай посмотрю. Ну, естественно, куда-нибудь задницу мира, да? Куда летит? А где вообще цель-то? Тут она где-то под... А, вон она. Все вижу. Ой, низко. Тут деревья. Ой, сейчас ракету нах. Точно на ракету на ракету нарвемся по-любому.
Ой-ой-ой. Блин. Я ж сказал, что не долетим. Фух. Миссия провали. Миссии на аэродроме вообще меня всегда бесили. Потому что я летать не умею в этой. Ой, ладно, хоть чекпоинт есть. Вот хорошо все-таки. Вот этим хороша эти Definity, конечно. Чекпоинтами. Ну, писец. Нет, еще не писец. Да выравнивайся ты, блин. Ты дурак, я вперед жму. Бабосы. Да что толку-то уже возвращаться-то, я все равно уже отсюда не взлечу. Да, короче, уже взрывайся ты, давай уже в что-нибудь. Вон столбы, блин. Бесячие миссии эти с вертолетами, с самолетами. Я в GTA Vice City миссию с вертолетиком прохожу. Первого раза за 2 минуты. Что твой заметность-то у меня? Все, утопил. Попытка номер 100. Ой, тут куда-то в деревья полетел, ну вообще. Блин, деревья опять тут. Вы что такие дикие-то, ребята?
Ну, шасси одно поломали, да, получается? Но он не закрывается. О, блин! А, блин, вы серьезно? Вы серьезно? У самого этого? Блин, я над этой базой пролетел, военный. Блин, так хорошо лететь. Ай, блин. Я бы назвал эту серию бы... Серия боли и унижения. Да где высоко-то, блин? Я над деревьями лечу. Ну охренеть вообще. Хрень какая-то, блин, а не миссия, вот ей-богу. Все миссии с летанием здесь связаны с хренью. За одной такой миссии я эту игру не прошел в детстве. Надо самолет перехватить и над ним пролететь, блин. Уже в Лас-Вентуресе. И все, я эту миссию не мог пройти миллион раз. Я то выше лечу самолета, то ниже. Забил на эту игру потом. Потом мои сохранения куда-то делись. Я что, уже в Сан-Фьерро, да, улетел? Ну, по сути, да. Ой, мне вообще надо-то вверх. Ой, мама родная, как я далеко. А у меня еще и на время, оказывается. Где-нибудь на взлетной полосе. Все, уже тормози, блин. Нифига не где-нибудь. Обманули. В маркере надо остановиться, а не где-нибудь. Фу.
Одну прошел, но их тут будет не одна. Да вылазь из этого драндулета. Он, наверное, еще довоенный какой-нибудь. Мы на нем летаем. Он уже еще один такой стоит. Как, не, надо сначала сохраниться, сходить. Учимся летать. Научились уже. Ну так, конечно, научились. На троечку. Если не на двоечку, с плюсиком. Стал пешком ходить. Безбилетник. What's your take on this? Damn! I thought them was your people. Listen, Carl, we've got a problem. Some traitors from another department think they can help the overseas situation by financing militaristic dictators in exchange for arms contracts. Hey, ain't that exactly what you do? Well, kind of, but we get to pick our dictators. Degenerates that we can control. We try to stay the hell away from these guys with principles, because that just muddies the waters. Yeah, okay. Okay, so, of course, these idiots have stolen a consignment of landmines, and they plan to offload them in the Middle East and cause a little ruckus, and everybody goes crazy and have a lot of problems. I mean, Carl, do you like maiming people? I'm curious. Maiming? Some people? Shit. Anyway, the point is, you and me, Carl, hey, we're the same. Now, yeah, it's a dirty job, but somebody's got to do it. But if you screw this up, it causes a tinderbox situation all over Latin America and the Middle East. Now, look, I spoke to the big man. You got clearance to eliminate these fuckers. How's that? Huh? Man, kill government agents? Kill Schmill. Come on, don't look at it that way. Well, yeah, think of it as pest control. It works for me. All right, come on. I can't stay here now. I'm too hip. I gotta go. Okay? I'm out of here. Так, что делать? Мочить этих ребят? А я успею ли? Ай, не успел. Кто бы сомневался, что я не успею. Так, на это мы не будем смотреть. Да газуй! Вот твари, блин, меткие, а. Ну все, вот лишнюю секунду протормозил вместо... Вместо стрельбы нажал ручник и все. И не успел. Ну ё-моё, отлично. Пипец. Так, попытка номер три. С третьей попытки мы туда залетели. На этот самолет. Кастилья де... Б-2.
Мы в летящем самолете. В смысле? Я вроде в чела стрелял, ну? Так, а нам надо туда, наверное? Да блин, я что, в бочку опять попал? Ой, Василий, а че я так играю-то? Ну а, она сейчас бабахнет. Не, он не только в бочке. Хотя бред, конечно, я же в бочке. О, у меня же катана есть. Ну все, капец вам, пацаны, у меня катана есть. Carbon-based buffoon. Excuse me. Well, you know nothing. You evolved from shrews. Sorry, my fault. This doesn't. Так, у вас есть парашют, это замечательно. А куда их установим? А, просто, наверное. У меня бросился детонатор, да? Я хотел еще одну кинуть. Блин, да что такое-то? Ой, Вася, блин, да ну нельзя же так играть-то, ну что за... I'm sorry about this. You don't know what you're messing with. Pardon me. Вы откуда взялись, ребята? Ow, idiotic mammal. Так, короче. You got heart, huh? Пец. Раза с пятого, да? Так, все, мы приехали, приземлились. Ой, простите, офицер. Hey, и стоит, главное. Молодец.
Так, а мы вообще куда приземлились-то? А-а-а. Там еще, кстати, миссии остались. Я, наверное, предлагаю здесь передохнуть, но его банят пока. Это лёпная школа, все. Сейчас тут хату вон приобретем вон. С гаражом. Вот этот старичок-грузовичок поставим. Сколько стоит тридцатку? Цены, конечно, тут кусаются вообще. Даже какие-то вон избушки на курьих ножках стоят, мама родная, сколько бабок. Я, может, туда загнать? Прикольно. Ага. Выскочил. А еще одну-то поставим. Пусть две стоит. Не, ну не джип же. Ты че? А че одни мотоциклы-то есть? О, Санчес, кстати, нам нужен Санчес. Но далеко. Вот, вы можете его порт продать, да, блин, ехать туда далеко. Ладно, потом я как-нибудь сгоняю туда. А что-то он не закрывается. Ну, оружия нет. Ладно. Всем пока. Продолжим в следующий раз. Берегите себя. Пока-пока.